Друзья, всем привет! С вами снова Светлана Енчева. Вы на моем канале «Переехать в Болгарию». Уже давно обещала вам показать пляжи с черным песком. И вот в ноябре как раз доехала. Посмотрите, песок действительно черный, он черного цвета. И очень полезный. Я уже говорила, что если летом в такой песок закопаться, да, то проходят практически все боли в суставах. Значит, мы находимся с вами в районе Солнницы. Я уже снимала здесь и соленые озера, и грязь. Вот. И сейчас я сюда приехала на своем велосипеде. Сейчас я практически через день катаюсь. Летний сезон прошел. Вот. Это мой велосипед. Модель называется «Черный лебедь». Я на нем совершаю прогулки раз в два дня. Так сказать, по мотивам Насима Талеба, «Черный лебедь». Вот. От Бургаса, вот отсюда Бургас виден, ну, не знаю, несколько километров, наверное. Вот. Море сегодня вот такое. И кому видео было интересным про черный песок, поставьте, пожалуйста, лайки.